Здравствуйте, меня зовут Пряев Евгений. Я хочу представить вам процесс изготовления дизайн-проекта научно-технического парка под открытым небом команды города Волгодонска «Спектр». Сначала мы вырезали из картона основу нашего будущего макета. После мы приступили к разметке стен и изгибов для их склейки. А затем и склеили их. Когда внешние стены были готовы, мы начали размечать внутренние стены нашего макета. Мы вырезали отверстие в центре, покрыли пол бумагой, провели цепь светодиодов, а после приступили к созданию внутренних стен. Это заняло у нас большую часть времени. Когда они были готовы, мы добавили немного травы и дерева. Сейчас вы видите финальную версию нашего макета. Надеемся, вам понравился наш макет. Встретимся в Заречном.